Телеканал «Хабар-24» запускает акцию «Нам по плечу». Мы показываем истории тех, кто вакцинировался, как перенесли, были ли побочные эффекты и почему вообще решились получить прививку. Рассказывайте и вы свои истории. Выкладывайте видео в социальных сетях с хэштегом «Нам по плечу». И мы обязательно покажем вас в наших официальных аккаунтах или в эфире телеканала. Сегодня история нашей коллеги, собственного корреспондента в Европе Жанат Эрнст. Почему я решила привиться? Потому что верю в науку и в то, что только так можно победить коронавирус и вернуться к прежнему образу жизни. Своей социальной очереди на вакцинацию в Бельгии я ждала очень долго, поскольку в этой стране сначала прививали пожилых, людей с хроническими заболеваниями и других граждан с группы риска. Как только пришло приглашение на прививку, я получила оба компонента вакцины против COVID-19, что позволило мне приехать домой в отпуск и увидеть свою 74-летнюю маму. Она переболела коронавирусом год назад, и сейчас вместе с лечащими врачами мы готовим ее к вакцинации. Кстати, в Бельгии, где сегодня полностью привиты 55% взрослого населения страны, а 4/5 граждан получили первую дозу вакцин, отменен полугодовой карантин, а распространение нового штамма вируса Дельта не оказывает большого давления на показатели инфицирования и госпитализации, что означает, что вакцина работает.